Здравствуйте, вы смотрите «Первый Мытищинский». И сегодня в студии телеканала мы подводим итоги уходящей недели. Картина минувших 7 дней в материалах корреспондентов и комментариях экспертов. Все самое актуальное и важное для жителей округа прямо сейчас. 9 декабря Московский областной консультативно-диагностический центр для детей посетила заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова. Что послужило поводом для официального визита и в чем Мытищинский округ стал первым, узнаем у Юли Федориненко. Редкое генетическое, наследственное и неизлечимое заболевание – муковисцидоз – все чаще встречается в практике педиатров. Российские медики его начали изучать в середине 90-х. Сегодня в стране созданы медико-генетический научный центр и Всероссийская ассоциация для больных муковисцидозом. Первое в Подмосковье отделение диагностики и лечения этого заболевания открылось на базе Московского областного консультативно-диагностического центра для детей. Осмотреть условия и познакомиться с коллективом медиков приехала заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова. При поддержке Российской Федерации, Центра муковисцидоза, при поддержке медико-генетического центра, консультативного отдела, также при федеральных учреждениях мы смогли создать это отделение. Оно будет сейчас заниматься диспансерным наблюдением детей. Также мы планируем сейчас открыть в ближайшее время стационар дневной и в перспективе, безусловно, койки круглосуточного пребывания. То есть все, что необходимо для наблюдения этих пациентов, это будет в рамках нашего учреждения. Сегодня в области 161 ребенок стоит на учете. Содержание таких больных полностью финансируется за счет федеральных и областных программ. Ежегодно лечение одного пациента больного муковисцидозом обходится от 1 до 4 миллионов рублей. У нас в центре работает команда специалистов. Это врач, имеющий специальное образование в плане муковисцидоза. И наши врачи и сами обучают докторов России, и обучались в различных зарубежных центрах. Это специалист-диетолог и специалист-кинезитерапевт. Кроме того, в консультативно-диагностическом центре для детей Московской области можно получить все необходимые консультации и обследования узких специалистов, как положено по стандарту для этой категории пациентов. Отделение муковисцидоза, которое месяц назад начало функционировать в Мытищах, организовано с учетом европейского опыта. Речь идет об особом эпидрежиме, когда исключаются полностью контакты больных друг с другом. Для этого пациентов размещают в отдельных палатах-боксах и проводят индивидуальное лечение. Терапию мы проводим сейчас абсолютно согласно международному уровню. Благодаря программе 7 нозологии у нас есть дорогостоящий муколитический препарат, у нас есть антибиотики антисинегнойные, конечно, есть проблема пока в организации самих центров, потому что для больных наших очень важно еще важно то, что они должны находиться, не должны контактировать между собой. То есть вот это у нас проблемы, потому что госпитализируются в общее отделение, в общих палатах лежат перекрестные микрофлоры, это утяжеляет состояние больных. Это действительно то, что во всем мире полностью сейчас прекращено, больные не контактируют между собой, и справиться вот индивидуально с каждым микроорганизмом конкретного больного намного проще, чем когда больные друг друга перезаражают. Специфику организации медицинской помощи больным муковисцидозом обсуждали уже на конференции, куда съехали специалисты со всей области и даже иностранные медики. Чтобы внедрить инновационные методы терапии, необходимо учитывать накопленный опыт и своевременно диагностировать недуг. Программа скрининга новорожденных дает возможность рано диагностировать и рано начинать адекватное и современное лечение, что не только дает возможность улучшить качество жизни этих больных, но и увеличить среднюю продолжительность, и поэтому количество больных взрослых становится все больше и больше. Муковисцидоз требует все большего внимания, и подобные конференции, ключевая тема которых – медицинская помощь страдающим этим заболеванием, станут регулярными и в ближайшее время запланированы в других муниципалитетах региона.
помощь должна оказываться всецело. Помимо медикаментозного лечения, им необходима социальная реабилитация. И эти дети могут обучаться и ходить, посещать детские сады. Но очень важно, что мы, конечно, также поддерживаем, это работа с ассоциациями пациентов. В региональном Минздраве подчеркивают, отделение муковисцидоза, которое открылось в Мытищах, готово принять маленьких пациентов со всей страны. Получить всю необходимую информацию можно и по телефону горячей линии 8 495 228 33 88. Юлия Федоренко, Константин Бондаренко. Информационная программа «День». 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой, одном из решающих событий Великой Отечественной и Второй мировой войны. Мероприятия, приуроченные к 75-летию этого важнейшего сражения, прошли и в Мытищах. Представители администрации, депутатского корпуса, ветераны и молодежь возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Снег, ветер, метель, мороз. Очевидцы обороны Москвы говорят, что такая же непогода была в 41-м, когда немцы пробивались к столице. Спустя 75 лет мы чествуем выживших и отдаем дань памяти погибшим в той решающей схватке за свободу советского народа. У памятника землякам-мытищенцам во славу ратного и трудового подвига в годы Великой Отечественной войны собрались ветераны, молодежь, представители власти. Мытищи, Мытищский район был прифронтовым городом. 14 тысяч наших мытищенцев уже на тот период воевали на фронтах, в том числе и под Москвой. А весь город был, как и все прифронтовые города, работал на победу. Предприятия выпускали оборонную продукцию, были госпитали. Все было для победы. Хочу вспомнить всех, сказать слова благодарности, низкий поклон и труженикам, и нашим воинам, ну и, конечно, тем, кто рядом с нами остались. Слова благодарности все нереально мы можем сказать. Но от того, кого нет, светлая им память. И всех с праздником, с великим праздником. Это великое событие в истории нашего государства. Начало разгрома фашистских войск под Москвой. С праздником. Большинство участников торжественного митинга о войне знают не понаслышке. Она врезалась в их детскую память, оставив навсегда глубокий след. Для меня, конечно, это тяжело. Я же войну застал и в плену был 2 недели. Звенигород, знаете? От Звенигорода 7 километров деревни Ивашково. 2 недели немец гостил. Вот это я захватил. Сколько вам лет было? 11. 11 лет было. 2 недели на морозе ходили. Он же дома все занял. Зима суровая была. Когда война началась, мне годик был, так что я особых не видела. Но по книгам, по фильмам все смотрела это. А сейчас, в данный момент, я возглавляю ветеранскую организацию «Леонидовки». Наши воины шли в наступление за народ, за их родную страну, чтобы будущее поколение вечно помнило эту войну. Скрежет танков, мороз на рассвете, впереди сокрушительный бой. Началась большая победа в декабре под Великой Москвой. Сегодня трудно представить, что пришлось пережить этим людям, которые совсем юными ушли на фронт. В их числе Лев Юрьевич Зубилевич воевал против немецко-фашистских захватчиков в составе Северо-Западного, 1-го Белорусского и 2-го Прибалтийского фронтов. Ему 5 декабря исполнилось 94 года. Конечно, оборона Москвы 41-го года ни в какое сравнение не идет с тем, что было раньше. Раньше воевала армия только, а в 41-м году воевала вся Москва. Потому что все оборонительные сооружения, эти противотанковые рвы, были вырыты студентами и старшими классниками. Участники митинга почтили минутой молчания всех защитников нашей Родины, после чего возложили цветы к вечному огню. Юлия Федоренко, Денис Петров. Информационная программа «День».
В поселке Марфино городского округа Мытищи прошел митинг, посвященный 75-летию битвы под Москвой. С подробностями о мероприятии наш корреспондент Владимир Малявин. Есть события и даты, которые прочно вошли в историю нашей страны и навсегда останутся в памяти. Одним из таких событий стала битва под Москвой в ходе Великой Отечественной войны. Это сражение разрушило миф о непобедимости фашистской армии. Наш народ выдержал и победил. Основы этой победы были заложены здесь, на нашей подмосковной земле. В декабре 1941 года, именно 5 декабря, был отдан приказ о контрнаступлении советских войск под Москвой. Фашисты планировали захватить Москву в сентябре 1941 года, но не вышло у них ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре. По планам немецкого командования, уничтожение Москвы должно было начаться с воздуха. Вражеская авиация предприняла первый налет на Москву в ночь на 22 июля. С этого момента по 22 декабря 1941 года было совершено 122 налета. Основную роль в противовоздушной обороне играли летчики и зенитчики Московского корпусного района противовоздушной обороны. Около 1300 фашистских самолетов нашли свой конец под Москвой. В деревне Марфино на месте гибели отважного летчика-героя Советского Союза Василия Балмата установлен памятный гранитный обелиск. Много людей погибнет в этой войне. Но все основы были заложены именно здесь, на этой подмосковной земле. И мы с вами живем на этой земле. Это наша родная земля. Это наша родина малая. Поэтому мы чтим с вами память. Дорогой ценой досталась нам эта победа. И мы никогда не забудем советских воинов, солдатов и офицеров, партизан и ополченцев, беззаветно отдавших свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили на свободной, счастливой земле. Честь и слава героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей родины. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова. Впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. Владимир Малявин, Сергей Федоров, информационная программа «День». Музей истории танка Т-34 при поддержке военно-исторических клубов и поисковых объединений вновь стал местом проведения фестиваля «Главный рубеж». Это событие собрало вместе участников и гостей фестиваля, которых было, как всегда, много. Военно-исторический фестиваль «Главный рубеж» проходит уже в четвертый раз. Он посвящен 75-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Место проведения выбрано не случайно. Это уникальный музейно-мемориальный комплекс, который целиком посвящен конкретному образцу вооружения – легендарной боевой машине 20 века, среднему танку Т-34. Но в фестивале принимал участие не только этот танк. У нас два действующих ходовых образца танков. Наш легкий Т-70 и, значит, немецкий, он еще не подъехал. И вот грузовики сзади нас находятся, два орудия, минометы, ну а стрелковое оружие и все остальное в избытке. Участники фестиваля – военно-исторические клубы из Ярославской, Владимирской, Суздальской, Смоленской областей. Представители музея танка Т-34 и Центра живой истории «Китежград» сценарий мероприятия придумывали совместно, основываясь на реальных событиях. Чтобы создать сценарий, надо, во-первых, знать историю, исторический фактор, потому что мероприятия подобного рода должны базироваться на определенных исторических источниках, должна быть привязка к событиям историческим. Мало того, у нас здесь есть на Дмитровском шоссе привязка не только к событиям, но и к местам, где шли бои в 1941 году, очень тяжелые бои шли на этих местах. В реконструкции меня привлекает изучение истории. Сохранение истории для наших детей, для наших потомков, чтобы люди знали ее, стремились изучать, чтобы у них появился интерес, когда, опять же, взять детей, они видят людей в форме, им это нравится, красиво, они начинают спрашивать и начинают сами интересоваться. У меня уже достаточно много таких примеров, когда люди, даже дети, да и взрослые, посмотрев форму, посмотрев мероприятие, сами приходят в военно-историческую реконструкцию. Все пришедшие, особенно дети, с интересом разглядывали представленную военную технику – танки, стрелковое оружие, военную форму. Удивили организаторы и представлены копии настоящего оружия из шоколада. Да, это граната, но она съедобная и, наверное, вкусная, раз это шоколад. Хотя попробовать нам не разрешили.
В нашем ассортименте есть такие изделия, которые, наверное, делаем только одни мы в мире. К примеру, шоколадный наган, кстати, 1936 года, делаем только мы. Вот. А не без помощи ребят, которые занимаются реконструкциями. Нам, собственно, был, говоря, представлен вот этот вот чудесный пистолет. Вот. А так, начиная от ПМ, заканчивая культом 1911 года, все вот наш ассортимент. На фестивале были организованы тематические образовательные площадки, бронетехника и стрелковое оружие бронетанковых и механизированных войск. Интересно было всем, от мала до велика. Мы никогда не были на таком мероприятии. Ну, живем здесь недалеко и постоянно проезжаем мимо. Поэтому хотели вот воочию все это увидеть. Продолжилась программа фестиваля военно-исторической реконструкции начала контрнаступления советских войск. Территория музея стала полем боя. Участники старались передать атмосферу тех страшных событий. И завершился фестиваль салютом в честь победы советских войск над фашизмом. Алла Сталаева, Денис Петров. Информационная программа «День». Более 5000 коммунальщиков и 1500 единиц спецтехники убирают снег во дворах Московской области. На этой неделе больше всего снега выпало в центральной полосе Подмосковья. Более 14 миллиметров осадков. Высота сугробов увеличилась до 20 сантиметров. Работы по уборке снега ведутся в городском округе Мытищи всю неделю. Скоро праздник новогодний, ведь зима давно пришла. Есть у нас сегодня, завтра очень важные дела. А дела у жителей Мытищ сейчас самое что ни на есть наиважнейшего значения. Выйдя с утра из подъезда, главная задача – это быстро и без проволочек добраться до места работы. Снежная ненастья, которая обрушилась на головы россиян, проживающих в московском регионе, создала неудобства от снежных заносов, которые препятствуют свободному передвижению. За их устранение активно взялись коммунальные службы. Сейчас мы спросим у наших жителей, как они относятся к тому, что происходит у нас на дорогах. Скажите, пожалуйста, что? Как вы считаете, коммунальные службы справляются, да, с поставленной задачей? Да, справляются. Отлично, молодцы. Много снега, много работы коммунальным службам. Результат очистки дворов и прилегающих к ним территорий зависит от качества проделанной работы. И многие жители уже поставили свою оценку обслуживающим организациям. Я считаю, что справляются, ведь достаточно тяжело так быстро привести дороги в порядок. Замечаний, значит, никаких нет? Нет, я считаю, что у нас власти хорошо достаточно скребут по городу. Но посмотрите, какой сильный снегопад, а дороги почти чистые. В городе задействовано порядка 30 единиц спецтехники, 60 сотрудников предприятия, отвечающих за уборку снега. Дороги и тротуары обрабатывают реагентами, собранный снег вывозится в пункты снегоприема. Вышли мы на уборку города с 9 вечера, и до сих пор еще ее не прекращали. Если всю ночь убиралось дорожное полотно и механизированным способом, и тротуары тракторами, то с 6 утра уже вышли рабочие бригады, каждый по своим секторам. Каждый в первую очередь занимается уборкой автобусных остановок и пешеходных переходов, как наиболее опасных, ну, очагов повышенной опасности. И только потом уже перейдет на расчистку, скажем так, парковочных карманов и других там менее аварийных участков. Но есть горожане, которые нашли и недочеты в работе коммунальных служб. Уборка снега с проезжей части, с тротуаров и остановок общественного транспорта оставляет желать лучшего. Что не убрано? Ну, во-первых, снег. Он постоянно лежит. Он падает и лежит все время. Во-вторых, гололедица везде. Просто везде лед. Люди падают. Вот обратите внимание, очень многие спотыкаются. И, в общем-то, не очень приятно на это смотреть. Дедушки, бабушки часто падают. На остановках тоже очень часто это происходит. Я очень часто наблюдаю. Везде лужи образуются. Это, кстати, вот на остановках очень трагичные случаи бывали вот буквально неделю назад. Тоже связано с тем, что вот потеплело, снег не убрали, все растаяло, и вот это вот каша, жижа, люди валяются. Сами сотрудники коммунальных служб стараются качественно выполнять свои обязанности и в кратчайшие сроки тротуары и территории, прилегающие к остановкам общественного транспорта, привести в надлежащий вид. Трудности имеются какие-нибудь? Нет. Все нормально, работаем, отлично. С какого времени работаете? Сегодня с 7 вышли на работу. Обычно с 8 выходим на работу. С 8 утра? Да, обычно.
А когда снег много будет, да, пораньше выходим, чтобы почистить пораньше. И все же люди не унывают. У большинства мытищенцев приподнято и хорошее настроение. Белый снег вызывает только положительные и добрые эмоции. Скоро Новый год, а какой зимний праздник без снегопада, сугробов и приятного морозца? У нас так мытищах в этом плане все-таки прилично. Так что вот вроде все позитивно. Владимир Малявин, Сергей Федоров, информационная программа «День». Скользкие ступеньки у торговых центров и офисов с началом зимы становятся серьезным препятствием для людей пожилого возраста. Почему из года в год повторяется один и тот же сценарий? Сначала припорошит снежок, потом обледенение, а потом обоснованные претензии. О них расскажет наш корреспондент. Поскользнуться на ровном месте зимой – дело, увы, привычное, но нежелательное. А вот свалиться кубарем с высокого крыльца – это самое настоящее травмоопасное ЧП. Его вероятность должна быть сведена к минимуму, но это удается далеко не везде. Каждую зиму пластиковые ступени вот таких супермаркетов превращаются в очень опасное препятствие, потому что здесь действительно легко получить травму. Но вот сейчас здесь все посыпано песком, и так должно быть каждое утро. Каждое утро это и происходит. Кажется, нехитрая операция, несложный инвентарь, и можно отчитаться о проделанной работе. Но на самом деле это видимость безопасности. Во всяком случае, большинство постоянных покупателей этого супермаркета думают именно так. Скользко вы считаете? Вот скользко? Я считаю, что скользко, да. Посыпают песочком утро. Этого песка хватает ровно на час. Посмотрите, вот здесь остался песочек? Нет. Он остался только вот здесь и то чуть-чуть, вот на трех ступенях. Понятно, что сотни подошв разметали этот спасительный песочек довольно быстро. Да и затрат на это. Дежурить у скользких ступенек бригаде дворников. Можно найти и другой выход. Проще купить резиновые такие, накладки, знаете, да? Накладки. Но вот здесь это есть, вот немножко вот это вот. Вот хотя бы вот это вот. А надо-то постелить всего вот такой кусочек. Коврик. Маленький коврик. Не надо застилать все ступени, они не нужны. Тут обязательно покрытие нужно. Решение проблемы под ногами. Вернее, пока его нет. Но многие предприятия уже заказали ворсистые коврики, хоть и с опозданием. Ведь без таких ковриков, особенно на крутых ступенях, неприятностей не избежать. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». И снег, и гололед – все это неотъемлемые атрибуты зимы. И помимо таких неприятных сюрпризов, на улицах нашего города можно увидеть и совершенно чудесные вещи. Ведь уже появляются елки, а в вечернее время все озаряется яркими огнями. Несмотря на то, что новогодняя лихорадка пока не началась, приближение главного праздника уже можно почувствовать. О том, как украшение городских пейзажей влияет на настроение жителей, узнавала Анна Родченкова. Новый год – это праздник, тесно связанный с традициями. Здесь важно все – и покупка подарков, и выбор наряда, и, конечно же, атмосфера праздника. Сил на создание новогоднего настроения никто не жалеет. Все украшают свои жилища, стараясь избавиться от всего лишнего. Красочным стараются сделать наш город и обслуживающие организации. Как правило, эта работа начинается еще в ноябре. Ее первые плоды уже можно наблюдать в мытищах. В процессе украшения находятся социальные объекты нашего города. Площадь перед Дворцом молодежи в этом году украшает новая елка. Работы по ее установке сейчас в разгаре. Самыми первыми начинают эстафету декорирования торговые центры, магазины, кафе и рестораны. Самые крупные представители сферы продаж установили высокие елки, украшенные большими шарами. А рестораны делают упор на витрины и входные группы. Здесь и шары, и елки, и различные фигуры. Ну а главное, зеленая красавица Мытищ пока только готовится к празднику. Закончится же приготовление 15 декабря. К тому времени будут украшены не только елки, но и появится ночная иллюминация. А как влияет украшение города на настроение наших жителей и что бы они привнесли в праздничный декор, мы решили узнать на улицах Мытищ. В этом плане Мытищ, ну, не все, конечно, до конца-то делается, но влияет особенно, когда город украшен хорошо. Это непосредственно нужно, обязательно нужно. Конечно, влияет. Нравится, все хорошо.
Все замечательно. Ну, я особо здесь иллюминации не вижу. Вот, к сожалению, елочки, да, вот возле июня очень, конечно, влияет. Конечно, едешь с утра на работу, настроение совсем другое, и уже как-то весело от огоньков. Можно где-то и побольше деревца там как-нибудь повеселее. Нравится ли вам украшение к Новому году нашего города, и влияет ли это на ваше настроение? Да, мне это очень нравится. Я считаю, что украшения нужны, так как они поднимают настроение граждан. Это взять нужно. Добавили бы что-нибудь в Мытище? Я думаю, нет, у нас хороший город, мне нравится в нем жить. Мне нравится, как бы, смотреть приятно. Вот, когда прохожу, елки, игрушки, и когда гуляю по городу, как-то более приятно, когда глаза радуются, когда вот все украшено, все красиво, огоньки. Все-таки чуть рано елки ставят, как-то в ноябре месяце уже. А по поводу украшений, очень хорошо, красиво, особенно в центре города. А вот по поводу того, что пожелать Мытищам, все-таки получше дороги. А так все хорошо, отлично. Город красивый, развивающийся, мне очень нравится. Анна Рыченкова, Сергей Федоров, информационная программа «День». И вновь театр «Кукол Огнива» приглашает тех, кому уже исполнилось 16, на премьеру. В этот раз режиссер-постановщик, народный артист России Станислав Железкин предлагает мытищинцам античную комедию «Греко-римская любовь», написанную нашим современником, драматургом Константином Поповым. Первый спектакль был дан накануне. Действом наслаждались коллеги кукольников, критики и журналисты. Об их впечатлениях в нашем следующем сюжете. За основу комедийной пьесы «Греко-римская любовь» ее автор, молодой драматург Константин Попов, взял древнегреческий миф о необычном увлечении начинающего скульптора Пигмалиона. Он воспылал чувствами к созданной им скульптуре Галатеи. Охваченный страстью воятель не замечает, как боги и учитель, воюющие за власть, втянули его в интригу. Наград не надо мне, пойми, есть просто слово «верность». Слово есть, да ты к нему каким же боком? Левым! И если ты не станешь там, Ио, то и про меня забудь. Во время представления зрители будут отдыхать, считает режиссер-постановщик, народный артист России Станислав Железкин. Феерическое действие разворачивается под задорный ритм сертаки. Балетмейстер впервые, который ставил самые шоу и во Франции, и в Италии, и везде, и Щук Алексей, мы его все-таки удалось нам во времени, в пространстве договориться, чтобы именно он проработал хореографию, если можно так назвать, но она чтобы попала в стиль юмора, современности. Однако зрителям будет о чем задуматься. Герои спектакля «Греко-римская любовь» размышляют о вечных ценностях, любви, верности, спорят об истинных и ложных идеалах. Каждый мнит себя таланта, полон цветов, и свой талант на деньги я менять как перестану. Моя любовь жива, твоя и не рождалась. Хорошо, хорошо, давай поспорим. Если оживишь ты каменную дуру, то я тебе отдам свой дом, заказы и клиентов. Впервые Станислав Железкин, который по обыкновению вдохновляет труппу на новые свершения, не участвовал в выборе пьесы для постановки. Он положился на мнение заслуженного деятеля искусства России Татьяны Терещенко, художницы, в содружестве с которой поставлен не один спектакль на сцене театра «Кукол Огнива». Материал новый, язык несколько современен. И кроме того, адаптации на театр кукол, такого материала объемного, это... Но я хочу сказать, команда постановочная всегда, режиссер славен, какую он подбирает команду. Но артистов не спорно, наши артисты, это как бы наши, все их знают, замечательно справились. Репетиции были сложными, признается режиссер-постановщик, но результат того стоил. Коллеги Станислава Железкина, критики и журналисты остались довольны премьерой. Я в восторге от того, что наши русские люди обратились к легендам Греции. Мы очень любим этот театр, хоть он действительно маленький, но он уютный.
очень нравится здесь представление, как спектакли, как для взрослых, так и для малышей. Мы ходим сюда с внуками. Спасибо огромное за доставленное удовольствие. Нам очень понравилось. Особенно мне нравится работа балетмейстера, да и вообще веселая вещь, очень актуальная, по-моему, на сегодняшний день. По-моему, это будет пользоваться большим успехом у зрителей. Свое слово зрители смогут сказать уже в эту субботу, 10 декабря. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День». 6 декабря Мытищинский театр «Фест» представил широкой публике спектакль «Прикосновение». Впервые он был показан на праздничном мероприятии, посвященном Дню Учителя, и получил массу положительных откликов. Это и повлияло на решение руководства театра включить постановку в текущий репертуар, сделав ее доступной для всех зрителей. Александр Николаевич Островский. Шутники. Островский, Чехов, Куприн, Бунин, Тургенев, Саймон, Зорина. Самые романтичные отрывки из произведений классиков решили воплотить на сцене феста актеры Сергей Гришаков, Елена Бондаренко, Сергей Тупталов, Дмитрий Скотников под руководством худрука театра Игоря Шаповалова. Все отрывки связаны единой темой. Первая любовь, первый поцелуй, первое объяснение в любви. Очень нежный, очень смешной. И такой трогательный спектакль получился. Мы его назвали «Прикосновение». Ну, во-первых, это прикосновение именно, так сказать, в человеческих взаимоотношениях, то, что происходит в отрывках. Ну, а во-вторых, это первое прикосновение молодых специалистов к своей профессии, к выходу на уже профессиональную сцену. В постановке задействованы выпускники ведущих театральных вузов страны. Пока их имена ни о чем не скажут зрителю, но у каждого из этих 10 ребят впереди наверняка не одна главная роль. По мнению режиссера, спектакль «Прикосновение» будет особенно интересен и понятен старшеклассникам. Он позволит иначе взглянуть на авторов, чьи произведения входят в школьную программу. Чего греха таить? Как только мы слышим слово «Чехов», и у нас сразу возникает ощущение, что сейчас будет скучно. На самом деле это же не так. Потрясающие совершенно произведения драматургические у Чехова, у Островского. Если они правильно вскрыты, если точно выстроен конфликт, если очень точно взаимодействуют партнеры в тех предлагаемых обстоятельствах, которые заданы автором, получаются очень забавные, очень интересные и очень современные ситуации. Собственно говоря, это и происходит в наших отрывках. Продолжительность спектакля 1 час 10 минут. Билеты в кассе театра. Юлия Федриненко, Олег Степанов. Информационная программа «День». Устоявшиеся морозы дали возможность всем любителям хоккея и фигурного катания встать на лед. Полотно уже замерзло и готово принять всех желающих. Оценку уличным спортобъектам дал Госсанэпидстраховщик. В ходе сегодняшней проверки Борис Бутенко, начальник территориального отдела номер 7 Госсанэпидстраховщика, осмотрел хоккейные коробки, находящиеся на балансе муниципального автономного учреждения спортсооружения. Каток, расположенный по адресу улица Сукромка, 21, самый большой среди дворовых в Мытищах. Его размеры 60 на 30 метров. Каждый вечер здесь собираются любители хоккея и фигурного катания со всех окрестных домов, а некоторые мчатся на лед сразу же после школы. На следующем катке нам также удалось застать любителя с клюшкой. Коробка на Новомытищинском проспекте немного меньше, но от этого не менее популярна и востребована жителями. Как часто ты здесь занимаешься? Ну, каждый день прихожу. Каждый день. Ну и как состояние? Как следят за ней? Что устраивает, что не устраивает? Ну, следят за ней хорошо. Каждый день убирают, заливают. Приходят жители, играют, катаются. Вот уже неделю, как все 6 катков, находящиеся на балансе МАУ спортсооружения, готовы к эксплуатации. Погодные условия не смущают мытищинских любителей зимних видов спорта, а значит, на спортобъектах все должно быть готово. И подтверждение тому – расчищенные подходы к каткам, несмотря на длительный снегопад. С удовлетворением должен отметить, что состояние и содержание хоккейных площадок в городе Мытищи
который обслуживает муниципальное автономное учреждение спортсооружения, замечательная. Мы не заметили ни граффити на ограждениях спортивных площадок, мы не заметили мусора. Мы с вами увидели, что хоккейные площадки, несмотря на то, что буквально час назад закончился снегопад, очищены от снега. Хочу официально, глядя в глаза, сказать, что не предупреждали мы муниципальное учреждение о том, что состоится проверка. Она была внезапной. И каково было наше с вами удивление, когда на одной, на второй, на третьей площадке мы приходим, лед почищен, ребятишки выходят на каток, имеют возможность провести свое время здесь. И это замечательно. Поэтому я с удовлетворением отмечаю, и, наверное, можно было бы руководству вынести благодарность тем сотрудникам учреждения, которые осуществляют эксплуатацию этих спортивных объектов. Выезжаем по графику с утра двумя машинами, два роторных снегоочистителя, и чистим по графику все эти хоккейные коробки. Также нам помогают местные жители, инициаторы на местах спортивных площадок. Они здесь заливают эти площадки, смотрят за порядком, чистят, когда занимаются люди. Особое внимание в ходе проверок сотрудники Госэкотехнадзора уделяют освещению площадок, сохранности и безопасности конструкции коробки, а также наличию информационных щитов. Сегодняшние объекты всем требованиям соответствовали, но основной спортивный сезон еще впереди. А значит, подобные рейды повторятся. Анна Рощенкова, Денис Петров. Информационная программа «День». На этом наш итоговый выпуск завершен. Корреспонденты Первого Мутичинского и я, Алла Сталаева, рассказали вам о главном за неделю. Спасибо за внимание и до новых встреч!